Полицейские просят югорчан не гнаться за дешевыми товарами. В период пандемии жители региона стали чаще попадаться на уловки интернет-мошенников. Ежедневно до 20 человек обращаются в полицию с заявлениями. Только за первые 5 месяцев этого года зарегистрировано уже свыше 2000 таких обращений. Предлоги мошенники выбирают разные, но схема у них всегда одна. Выяснить персональные данные и получить доступ к счетам. Самый популярный предлог – звонок из службы безопасности банка. Югорчан просят либо сообщить пароль, либо скачать некое приложение. В итоге человек лишается своих денег. Способ уберечься только один. Ни при каких обстоятельствах не сообщать пароли доступа к операциям по карте, не переходить по незнакомым ссылкам и не скачивать никаких приложений. К слову, преступники сейчас могут подменить номер банка с помощью специальных программ. Если вам позвонили, я рекомендую вам незамедлительно завершить разговор и перезвонить по тому номеру, который указан у вас на обороте банковской карты. Даже если этот номер подменяли преступники, вы дозвонитесь именно на номер абонента. Вы позвоните не преступнику, а номер банка. И тогда вы сможете задать сотруднику банка, были ли такие звонки, не были, есть ли операции, либо нет.